Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я получил посылку, это аккумуляторы для экшн камеры, которые я вот этой сейчас снимаю, Xiaomi UI 4K. Заказал два аккумулятора. Заказ, как видите, написано, что отпечатано все AliExpress, но заказ пришел из Москвы, то есть по России. Доставка довольно быстрая, вот 8-7, а сегодня 12 число, 12 июля. То есть пришла очень быстро, поэтому это хорошо. Упаковано вот в таком виде. Так, ну теперь смотрим, что дальше. Значит, упаковано вот такой коробочке. Вот такая упаковка. Ничего тут мудреного нету, как обычно. Два аккумулятора. Ссылки я вам дам на данные аккумуляторы и на данное зарядное устройство. Оно, в принципе, такое же зарядное устройство, как примерно похожее зарядное устройство, как и было у меня для Xiaomi UI без 4К старое. То есть я, кстати, делал обзор на то зарядное устройство. Ну, аккумуляторы вот такие. Значит, емкость аккумуляторов заявленная здесь у нас 1480 мАч. Ну, 3,85 вольта, ясно. Так, что он у меня? Батареи. Ну, наверное, литий. Made in China. А вот литий полимер, литий ион. Непонятно. Хотя там, кажется, написано, что это литий ионные. Ну, литий ион, значит, литий ион. Та же самая. Так, ну теперь заодно сейчас посмотрим, заряженные они или не заряженные. Так. Плюс-минус. Если видите. Так. Плюс. Ну, 3,83. Как, кстати, 3,85. Заряжен. И данный аккумулятор, ну, тоже заряжен. Ну как, они заряжены, конечно, не до полного заряда. Я так понял, что это в режиме хранения. Так что есть. Ну и зарядное устройство. Насколько оно, как говорят, соответствует действительности. По размеру, в принципе, оно такое же, как и который установлен родной по размерам. А вот что касается по емкости, да, и по емкости здесь установлен 1200, здесь заявлено 1480, то есть все-таки больше. Насколько это, как говорят, реальная емкость, ничего сказать пока не могу. Так, проверить, ну, можно попроверить его на IMAX. Ну, проверю. Значит, зарядка у нас, как обычно, от зарядного устройства любого, которое есть. Так, ну сейчас посмотрим. 4,2 вольта, 800 миллиампер. Для зарядки обыкновенно зарядное устройство смартфонов или какое там еще есть. До 2 ампер можно и заряжать. Так, входит он сюда. Ну вот, я тут так нагородил огород, чтобы как бы оперативнее это сделать и показать, что собой представляет. И заряжаю с помощью прибора IMAX. Значит, зарядка пошла, 0,7 ампера. Ну, 93% заряда. Когда включил, было 63. Ну, посмотрим. Сейчас зарядим, потом разрядим. Посмотрю, что получится. Ну что, зарядка произошла. Залили 286 миллиампер час. Так что теперь поставим на разряд и посмотрим реальную емкость данного аккумулятора. Сейчас я от весы не напрасно принес, просто взвесить, в чем разница между
приобретенной и родной, которая я шла вместе с камерой, которую я снимаю. Итак, ладно, сейчас мы отключим. Так, убрать. Так. Это родная, которая шла вместе с камерой. Вес у нее 27 грамм. И которую я приобрел 23 грамма, на 4 грамма меньше. С чем это связано? Это, наверное, связано с тем, что она 1400. Потому что аналогично я проверял, который камеру заказывал для Xiaomi. Это. Так, по нолям же, по нолям. Вот видите, сколько она весит? 23 грамма, это родная. А это от которой приобретенная. 18 грамм. То есть, это 900, а это 1200. Вот и вывод. Та же самая картина и здесь. Но это, в принципе, как бы в порядке вещей. Если покупаешь новый смартфон, телефон, то родной аккумулятор должен держать дольше, чем тот, который приобретаете потом как бы новым. Так что выбираем Discharge 1 ампер. Не будем насиловать. Сделаем тоже 0,5C 0,7. И здесь выбираем 1. Аккумулятор, как я уже говорил, был заряжен на 100%. Все. И разрядку включаем. Раз. Вот сразу 84%. Все, пошел разряд. Ну вот. Разрядил аккумулятор. И реально видите, что получилось. Разрядка 1:22. 1:22. 901 мАч. То есть емкость данного аккумулятора всего лишь 901 мАч. Так что, ребята, не надо нас дурить. Конечно, если разрядить ее до 3 вольт, ну, может быть, не так и считают. Но если до 3,2 вольт, что самое безопасное, потому что меньше разряжать не рекомендуется, то видите, ну, я вам показал. А вам уже смотреть, сколько здесь емкость. Ну, как видите, 901 мАч. Итак, вы видели, сколько я смог выкачать. Теперь поставим на зарядку. Charge 0,7. Одна батарейка 3,7. Значит, было выкачано 900. Ну, грубо говоря, 900 мАч емкость показала. Я сейчас поставлю на зарядку тот же аккумулятор. И посмотрим, сколько он покажет зарядиться. И когда зарядится. Ну, все, пошла зарядка. То я разрядил, а это зарядил. Разрядка была 900, зарядка 758. Что я могу сказать? Ну, бытует такое мнение, что все-таки более реалистичные данные это при разрядке, не при зарядке аккумулятора. Поэтому вот он у меня аккумулятор. Попробую я его еще попытаться раскачать, то есть заряд-разряд. Может, что-нибудь изменится. Сейчас я стараюсь разрядить его. Емкость небольшая, поэтому много времени занимает. Вы видите, заряд 1:19. Там было 1:22. То есть по времени, в принципе, заряд-разряд практически одинаковый. А вот по емкости немножко другое. Так вот, что это даст?
заряд-разряд. Может быть, в этих аккумуляторах тоже есть какой-то реагент, который предотвращает преждевременное старение аккумулятора на хранении. Поэтому попробуем его убрать. Может и нет, а может и да. Поэтому постараюсь и вам покажу. Вот разрядка. Разрядил до 3,2 904. То есть то же самое, что и при первом. Время 1:22. Так что, ну, сейчас еще третий раз заряжу и разряжу. Посмотрим, что изменится. Изменится ли вообще что-нибудь.